Дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня по просьбе подписчиков и для тех, кто хочет развиваться, я снимаю видео про язык рептилоидов, или, как говорится, язык змей, чаще язык змея-богов. Вот, или в Шумере он также использовался колдунами и ведьмами, или язык некромантов, некромагов, и много-много негромагов еще называют тоже. Вот, или язык Дамбла в Африке. И много-много еще названий, как говорится, у него. Поэтому, если вы просто шипите или просто что-то там просто звоните и шепчете билиберду, это не значит, что вы знаете язык некромантов или, как сейчас модно стало называть, рептилоидов, да, всяких там чудовищ, эльфов, колдунов всяких. Ну, шизиков, которые не относятся к этому. Язык существует, не надо его омрачать. Многие ржали над этим языком, когда я его произносил, потому что безграмотность, как говорится, не зная, это не значит, что вы убежите от ответственности. Нет, ничего подобного, вы так и останетесь безграмотными. Прогресс, только прогресс, как говорится. Я проговорю такой текст, насколько смогу, как говорится, потому что для этого нужно не просто шипеть, да, а протягивать все эти слова очень четко и ясно. Но только тот человек, который занимается некромантией или некромагией, так сказать, да, или изучает змеиные языки, он знает этот язык, он поймет, о чем я говорю, будет, так сказать, послание. А сколько хватит мне памяти? Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, много чего интересного, устраняйте свою безграмотность, развивайтесь, удачи!